Всем привет. Привет, друзья. Сидим, вот список. Начинаем писать. Сейчас пойдем в магазин. Надо закупиться продуктами. Зачем? 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 А у нашей мамы скоро день рождения. Happy birthday to you. Так что сейчас запишем, чтобы ничего не забыть. Лучше дома сидеть, да, и это все записывать. Как бы. Ну, конечно, в магазин придешь и сразу. Еще растерялся. Это, а что еще? Что-то забыли. По-любому что-то. Даже если список это составишь, по-любому что-то забудешь. А я вот только встала. Не судите меня строго за мой внешний вид. У кого-то полный разгар дня уже, блин, без 10:03. А я час назад только проснулась, с ночной смены пришла, легла, отдохнула. Меня мои любимые разбудили. Вот надо шевелиться дальше что-то. Накормили, разбудили. Накормили. Чаем напоили. Напоили, накормили. Теперь сейчас сидим. Что там? Первое у нас уже яйца. Яйца. Кто любит яйца? Так что. Все любят яйца. Будем писать дальше. Сейчас посмотрим, что Вика наша делает. Чем же Вика занимается там? Чух, чух, чух. Майнкрафт играю. Поздоровайся. Всем привет. Майнкрафт? Да. Чуть-чуть. Кстати, у меня тут есть секретная комната. У меня вообще не двухэтажный дом. То я не считаю, это вторым этажом. А сейчас. Вот в этих сундуках у меня что-то необычное лежит. А что у тебя там необычное? Сейчас покажу. Та-дам! Ого, сколько золотых слитков, что ли, да, там? А туда. Та-дам! Ой, майнкрафтчики. Я не знаю, чем привлекательна эта игра. Не знаю, мне нравится. Но ей нравится, говорит. Так что как-то так. Что там наш список? Пополнился. Пополнился. Мне уже, смотрите, какая прическа. Дочь мне косичку заплела. Мама пока здесь это, ей массаж головы Вика ой, делает. Ой, я прям кайфую, прям глаза закрываются. Вика так хорошо массаж делает. Ой, мамочки, мамочки, ой, все. Ее руки такие, как они мужские, мощные, она хорошо. Ну, даже смотрите, я сейчас папе начну менять, он как будет кайфовать. Кайфовать? Не, мне тоже массажи нравятся, когда делают. Ой, прям, как профессионал какой-то. Отдадим тебя в массажисты. Да, по-любому массажисты. И они, кстати, не врут, они не специально притворяются, мама с папой. Нет, мне вообще массаж вообще нравится. Так что все, что вспомнили пока, а там уже по ходу дела. Докупим что-нибудь. Как обычно, а пишешь одно. А покупаешь потом в два раза больше. Ой, а зачем мы это купили? Да? Блин, его же не было это в списке. Да там взяли. Половина что в списке не будет. Так что давайте заплетайтесь, умывайтесь, одевайтесь. А мне уже не нужно заплетаться, я и косичку заплеваю. Все, я заплетанная. Ну все, пойдемте одеваться. Не, подождите, я еще заплетусь и все. Заплетайся. Я пойду одеваться пока. Я тоже. Ну, мы все оделись, вышли. Сейчас поедем в какой-нибудь гипермаркет. Ну где, чтобы выбора побольше было, да? Может, акции какие-нибудь посмотрим. Пока еще не знаем, куда поедем. Главное, вышли. Главное, оделись, да, вышли. Погодка сегодня такая. Ну, ничего, так прохладненько, снежок идет. А я иду и сплю. Спишь? А что туда? Спать хочу. Не выспалась, Вика. Ну да, после школы это очень трудно так. Так что, Викуся, не расстраивайся. Сейчас прогуляешься на свежем воздухе, проветришься. А я маршрут. Да, у нас фишка такая есть. Садимся сюда в маршрутку, и Вика засыпает. Ее укачивает. Не, ну все равно, хотя бы 10-15 минут поспишь, уже легче становится. Так что все, сейчас приедем, потом покажем. Вот мы же говорили, что Вика спит в маршрутке. Что-то снится смешное, там улыбается. Ой, ты не спишь, что ли? А я думал, ты спишь. Помешали? Ну ладно, спи, спи. Мы тебя не разбудим, когда приедем. Нет, да я шучу. Все, спокойной ночи. Так, ну вот мы выбрали магазинчик. Маркет. Это получается у нас Смол. Оптом дешевле. Сейчас будем оптом закупаться.
Ладно, шутка. Какой оптом? Все по списку возьмем. Так, в нашем списке нужна кукуруза по 239 тенге. 400 грамм. 400 грамм. Хватит одной баночки? Ну да. Я штатик не буду салат идти. А вот майонез, может, такое ведерочко возьмем для салата? Милодора, оливковый, 459. Хватит одной баночки? Да, вполне. Вернель здесь вот со скидкой 628 тенге всего лишь. Она большая, да, упаковочка вот эта? Ну, это 910. Ну, а вот это получается тоже 628, 600. Короче, доставай наш список, а то что-то мы уже набираем. Ну, я говорю, уже пошло. Не по списку. Подожди, подожди, сейчас. Наш золотой список. Лучше по списку покупать. Все, что дома написали. Нам чисто продукты. Что-то мы мыломойка зашли там. Че, Вика, у нас там по списку дальше? Яйца. Яйца? Это первое, да, в списке? Да. А что там еще? Ну-ка, вот здесь давай пройдемся. Макаронный цех. Нам что-нибудь надо здесь? Ролтон. Ну, здесь такого нету. А, приправу, ролтон еще надо. Пойдемте. Так, каша здесь. Давай геркулесик возьмем, она такая пользительная. Геркулес. Овсяные хлопья. Попробуем. Так, по списку вот еще сок взяли. Опять не по списку, да, идет? Не по списку. Давай я еще. Глаза разбегаются. Абрикос или апельсин? Абрикос. А цены мы потом дома уже озвучим, сколько что стоит. Сейчас просто наберем. Так, в нашем списке еще шпроты есть. Шпроты есть в нашем списке? Да, есть. Томатную пасту нам еще надо. Приправа, чим-чим. Что, эту цинказовскую, да? Чим-чим надо, чим-чим. А, нет, вот это тоже хорошая, томатный рай, да? Да. Вот, мне даже изжоги от нее нет. 500. Томатный рай, да, вот это хорошее. И баночка потом пригодится для консервирования. А нам еще это, сейчас по списку нужно приправа чим-чим. А вот здесь... А, вот она, чим-чим, все рядом. О, как раз. Для корейской морковки, для сладкой, давай это. Бери, где там? Не, бери для острой, а сладкая она чересчур. Она, для морковки, принципе, это... Для морковки... Ну, ладно, вот бери вот эту, все, все, вот эту бери. Бананчики. В какой-то камере они лежат. Вообще бананы привозят полностью зелеными. Их, ну, потом, да, опускать в какую-то камеру. Там они уже, они дозревают. Уже дозревают. И лучше покупать вот такие зеленые, но никак не вот такие желтые. Потому что эти еще не успели, они мало в этой камере пролежали. И опять? Мало, ну, себя, ну, в химию взяли. Давай, давай, бери. И опять у нас бананы не по списку. Ну, бананы, фрукты-то надо кушать. Угу. О, киви, киви. Киви будешь? Ага. Ну и бананы возьми штуки три. Каждому по бананчику. Мне два банана. Два? Маме один, а тебе ноль. Мне ноль, ну капец. Добрая ты дочь. Помнишь, говорит, иди, говорит, отдирай этикетки от бананов. А зачем? Ну какой-то же дурак клеит. Так, сейчас Вика будет вешать бананы. Нет, банки? Это крупы, по-моему. А, вот фрукты выбираешь, да, фрукты и 55. Там, а, все, вот все, бананы. Все, там все по картинке, а, не учи, ну, все, ребенка. Все, все. У нас такой... Во, теперь вот эту наклеечку. Нет. Да, ладно, да, ладно, да, клей, да, клей. Правильно. Не, надо было вот сюда клеить. Типа ты, может, добавишь туда вес. Ну ладно, молодец. Будущий продавец. Овощи, картошку, что там, морковку, да, нам еще по списку надо? Да. Да. Это, короче, возьмем у нас. Ну что тащить, правда, что? Да, что-то далеко. Мелкая. Да, мне не нравится даже что-то картошка. Так, кукурузу взяли. Кукурузу взяли, майонез взяли. Колбаса. Курица. Вот такая вот курица на 1448. Что, курочку будем готовить? Не, мы же крылышки хотели. Сиброты. Ну давай курочку возьмем, ладно. Там уж передумаем. Может, что такое? Что там? Что за по списку сиброты? Это что за сиброты? Сиброты.
просто так написано сипроты. Не, у нас пойдемте по туда. Списку там крылышки мы будем йогурты, мариновать и жарить. Йогурты. Так, ну все, вышли с магазинчика. В принципе, все со списком мы не успели купить. Половина не нашли даже. Лучше ходить в наш магазин, сейчас еще в наш сходим, да? У нас, мне там кажется, закупили, даже подешевле. Да? Так что домой уже приехали, пакетики оставили. Сейчас пойдем в наш магазин, уже все остальное докупим. Что там? Что-то там много. Колбаса нужна, там что-то, приправа. Приправа Ролтон. Я одно понял, лучше нашего магазина местного ничего нет. Никуда ехать не надо, пошел, да, вон. Прошелся. Улицу. И все, и ты в магазине купил, что надо, и все это. Так больше на проезд, да, тратишь? Пока куда-то поедешь, там купишь. Так что как-то так. Да, в овощной очереди. О, здесь. Селедку я пока купила. Селедку? Да. Ой, рыбка какая. Но нам нужна селедка. Селедка. Вон она, селедочка. Так, вот крылья по 96 за 100 грамм. Крылышек возьму. Что здесь еще есть? Маринованные всякие. Так, ну все, мы дома. Нагуляли сегодня по магазинам. Сделали закупочки. Небольшие. Ну как небольшие, как большие. Это? Вот Викуська сейчас будет это нам все показывать. А мама будет чек. Где наш чек? Минор у нас 969. Кукурузка. Давай я буду убирать это все. Кукуруза у нас 239 тенге. Да ладно, пусть на столе стоит. Сок. Куда переставлять? Что этот? Это нектар солнечный. Нектар солнечный. Где у нас нектар? Тропик. А вот нектар солнечный 219 тенге. Майонез. Милора. Милодора. Миладора. Миладора 459. Геркулес овсяный. Кстати, на завтрак его очень полезно кушать, хлопья. Он развивает мозговую деятельность. Да, он Геркулес. 265 тенге. Полезно. Но это то же самое. Ну да, этот. Два штуки 219. Урк. Урк. Чим-чим для корейской морковки. Он 200, по-моему. Сейчас, подождите, не спешите. 235. А бананы я могу сказать 179. Нет, неправильно. 177. 367. Это граммовка там. Там же вот написано. Цена. Вот цена. Вот сумма. Надо. Это сумма. Вика взяла попробовать. Лейс, лейс. Лейс лук 385. Это телятина с говядиной гренки. Сколько они? А, вот, 205. Султан макароны. Такие прикольные это. Бабочки. Как баб... Нет. Это не как, это бабочки. А, да, это бабы. Как бантики. Бабочки. 190. А, ну вот, это одно и то же. Бабочки. Ну да, две пачки 190. Что там еще у нас? А, последние творожки. Сырки. Сырок простоквашино такой. Мне он нравится, вкусненький. Вот еще шпроты у нас есть. Сырок у нас два штуки, один 155 тенге. Клубничный. И шпроты в масле. Шпроты 415. 415. Ну, лук и морковка, они по 85 за килограмм. А картошку... Картошка, томатная паста. Картошка, короче, у нас килограмм 80 тенге. Вот еще томатная паста, мне сказали, 520 тенге. 520. Ребят, смотрите, я могу летать на парашюте. Жаль, он тебя не удержит. Парашют. Крылышки взяли. Куриные. Колбасу. Колбаса вот эта как бы нормальная, это такая проверенная. Ну, молоко и селедка. Селедка, правда, я уже не помню. Но она вышла на 450 где-то тенге, ну, да? Где-то вот так, да. Она это без чека, это уже в нашем магазине. А это на 500. А вот эти две палочки колбасы, она с чаем хорошо, с батоном. Кавказская вот эта.
Ну, 536, по-моему, но она каждый батон, они по-разному, там есть и подвинчи. Да, есть подвинчи, от размера зависит. Ну вот, вес не знаю, вот мы едим, и ребенку нравится, и нам нравится. Но она полукопченая такая идет. С чаем, с маслом тоже хорошо, и с хлебушком. Так, сырки давай я уберу твои. Стеша так внимательно сидела, слушала. У нас лапку повредила, смотрите, она вообще прям. Да. Ой, храм. Все, давай, все, не трогай. Где-то спрыгнула сегодня утром. Давай забинтуем бинт. Гипс давай наложим. Нет, давай этим. Она бинтом. Когда, вот, смотрите, вот, как она ходит. Прыгает, вот. Прыгает девочка наша. Че, Стеш? Че это такое? Поцелуй. Масенька наша. Где ж ты так? Еще и беременна. Ну что ж ты себя не бережешь? Скоро рожать, а ты с лапкой. Давайте это. Это все уберем, да надо сейчас на вечер еще приготовим ужин. Сейчас будем готовить картошечку. А я вот так, смотрите, вся нагруженная. Ой, Доча, ты чего? Нифига себе ты. Откройте холодильник. Я не договорил. Короче, картошечку сейчас начистим и как бы с этими крылышками в духовочке пожарим. На вечер такой вот этот ужин будет. Как-то так. Че я не помню, что я до этого говорил. Рукав. А, ну в духовке, да, только мы будем ее запекать в рукаве. Для курицы еще чем есть. А, можно вот эти крылышки замариновать. Для курочки. Нет, это мы потом будем это, когда курицу запекать или что мы там хотели. А, мы тоже картошку уже хотели. Нет, оставим на следующий раз. Надо пакетик. По-моему, был, да, пакетик? Вот. Пакетик. А приправы я уже на свой вкус, я не буду добавлять, кто. У нас цельного нет, вот да? Вот еще. А, ну это все чисто пакетики. Приправы забирали оттуда, а пакетики нет. Ну вот, главное, рукав у нас есть и все. Так что сейчас Вика нам картошечки начистит, она уже картошку умеет, да? Умеешь? Почистишь? Молодец. Мама не знает, чем будет заниматься, а я курочку пока замариную. Отдыхать. А я знаю, что мама будет делать. А что, она посуду перемыла? Что нет, я и нашла задание. Какое? Она будет делать толчонку. Нет, мы толчонку не будем. Мы будем. Нет, мы будем противень запекать. Нет, мы картошку будем вместе вот это в пакетике. Картошку мелко сделаем. Ты что говорила, то что-то. Но мы уже передумали. У нас сегодня другое. Толчонка это в следующий раз будет. Так что приступим. Смотрите, Вика умеет картошку чистить. Она уже приступила к чистке картошки. Тимой помощник. Мамин помощник на кухне. Ой, молодец. Сейчас начистит нам картошечки. Да, Вик? Угу. Че этой... Как? Шкрябл. Ой, шкряблка этой. Удобно, да, чистить? Ну. И не порежешься, и ничего. Ну, я один раз себе это ноготь. Это шкряблка на лисички. Но она все равно не такая же острая, как ножик. Да. Ей безопасно как-то. Ну молодец, давай не будем мешать, чисть. Так, я вот вывалил уже курочку сюда, сейчас приправы. Нашли мы, короче, приправу вместе с пакетиком. Сейчас я все приправы соберу и замариную, а потом уже покажу и расскажу, что туда я положил, потому что неудобно. Так, ну все, высыпаем нашу приправочку сюда. Майонез я сначала кинул сюда, сейчас всю эту приправу высыпем. Ах! Запах такой с чесночком она. А у нас пока одно ведро занято, я в мешочек решила лук почистить, пока доча картошку. Да, каждый занят своим делом. Чтобы не мешать ей. Так быстрее все готовить, когда с семьей всей готовишь, быстро все. И вот чуть паприки так еще добавлю. Так, о, чуть-чуть еще вот так. О, пойдет. И все, сейчас тщательно перемешаем это все. Пока это как-то так. Ну все, я буду мешать. Неудобно просто это все делать одной рукой. Это у нас уже курочка маринуется. Картошечку вот тоже нарезали. Морковка, лук. Добавили что туда, майонез, соль и приправы тоже для курицы. Да там по вкусу свои, каждый свои добавляйте. Ну, мы да. Свои по вкусу, какие мы любим, к которым мы привыкли уже. Вот у нас получается картошка. А вот курица в одну чашку все не залазит. Готовим сразу на пару дней, потому что завтра на работу готовить. Ну и на работу же нет, надо. Завтра-то я приготовлю что-нибудь. Не, ну понятно, но я и говорю, что это на утро так встаешь перекусить, пока туда-сюда. А то скажут, ого,
тазик приготовили, там, как будто на многодетную семью. Я сразу на комментарии отвечаю. Заблаговременно. Ты так сказал, как будто ты уже увидел, какой комментарий. Да, я уже прочитал комментарий, типа, и уже ответил сразу на него. Прикольно. Так что вот, сейчас помешаем. Потом это все в мешочки разложим. Пусть постоит, чтобы сок дал, ну, дало это. Промаринуется это, конечно. Соль. Так, ну еще вот добавим чесночка, забыли. Не, ну это по вкусу, каждый кто как любит. Ну мы любим с чесночком. Это и полезно. И аромат дает курице, придает. И вкусненько так. Своеобразный свой. Все, пакетики я вот приготовил. Сейчас набьем эти пакетики. И все, и поставим жарить это все, вкусняшку нашу. Так, ну вот, уложили, как раз у нас два пакетика получилось на поднос. Сейчас дырочек наделаем, чтобы воздух выходил, чтобы наши пакетики не взорвались. И все. Все, 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 много не надо. Ой, я сломала зубочистку. Так, все, она уже включена, как бы это... 160-180 градусов ставим. Все, давай. Ох, какая тяжелая. А там уже будем смотреть. Подожди, вот так ее надо. На время, на готовку. Ну, приблизительно 40 минут. 40-50 минут. Чуть-чуть приподними. А, все, все, оно все. Готово. А потом уже будем пробовать, дегустировать, что у нас получится там. Намешали. Киш-миш. Вкусненько. Да, я знаю, нет, я так просто говорю. Конечно, вкусненько получится. Считай, там и курочка, и приправы, и майонезик, чесночок. Так что будем ждать. Ну все, наверное, наша курочка уже готова. Посмотрим. Точно. Выключили. Не, нормально, уже такая поджаристая. А, сюда сейчас. Ой, тяжелая. Ну да, нифига, здесь картошечки. Не вытащила бы сама. Когда я понюхаю. А, запашок непередаваемый. Жалко, что на камеру запашок не передается. Так сильно я его не буду сейчас. Здесь еще надрежу. Она такая не поджаристая, но как... Она сочная. Зато сочная. Такая... О, курочка. Каш, вон косточки разварились. Да, да, да. Вон оно, что это все. А, сейчас пробовать будем.